Кассета вторая. Из области таинственного о душе. Страница 109. Способность человеческого духа к памяти. Одним словом, врождено ли нам понятие о времени, или оно и есть результат опыта? Во всяком случае, оно составляет вместе с памятью промежутков и с мерой этих промежутков явление чисто психическое. Она составляет исключительную принадлежность анимического элемента и не зависит от строения организма. Заметим здесь, кстати, что одно понятие о времени служит полным опровержением всех материалистических теорий, потому что оно не может принадлежать ни материи, ни силе, ни одному из проявлений этих элементов в их связи. Следует ли из этого, что понятие о времени в его обыкновенной форме было единственно правильным и единственно доступным нашему пониманию? Я приведу сейчас факты, которые клонятся к доказательству противного. Следует ли также из этого, что все, что имеет отношение к нашей интуиции времени, было свободно от всякого влияния со стороны нашего организма? Нет. Мы слишком хорошо знаем, что и здесь повреждения организма дают себя чувствовать, чтобы сознание и мера времени оставались правильными, необходимо общее содействие всех наших способностей. Если какая-нибудь из них будет повреждена или искажена в том органе, который служит ей орудием проявления, то это искажение отразится и на наших суждениях о времени. Но даже тогда, когда эти суждения становятся особенно ошибочными, нетрудно бывает удостовериться, что ошибка принадлежит исключительно анимическому элементу. Ежедневно, или лучше сказать, еженочно, мы бываем свидетелями и действующими лицами в явлении, философские следствия которого имеют, может быть, в обсуждаемом нами вопросе гораздо больше значения, чем самые важные соображения. Прибавлю, что это явление поддается объяснению столь же легко, сколь часто повторяется. Так что действительно странно, что до сих пор не вывели всех тех заключений, которые сами собой вытекают из него. Каждый из нас мог тысячу раз наблюдать, что когда мы спим и видим сон, наша мера времени и пространства претерпевает глубокие видоизменения. Мы видим сон, который кажется нам нескончаемо долгим, но, проснувшись, убеждаемся, что сон длился всего несколько минут. Будучи в лихорадке, я стараюсь уснуть, тушу свечу и засыпаю. Но вместо укрепляющего сна меня посещает томительное сновидение. Передо мной тянутся длинным рядом различные сцены моей жизни со всеми их мучениями, со всеми неприятностями. Лихорадка оказывает мне на этот раз, по крайней мере, услугу, будет меня. И что же оказывается? Фитиль потушенной свечи еще тлеет, не успел еще погаснуть. Мало этого, кому не случалось быть внезапно разбуженным каким-нибудь шумом или случайным болезненным ощущением? Мы припоминаем сплошь и рядом в таких случаях сновидения, в которое разбудивший нас шум или боль входит составной частью. Нас будет, например, выстрел огнестрельного оружия, и нам приснилось, что мы были на охоте, или что при нас произошел взрыв парового котла и тому подобное. Каждый из нас видел в таком случае известный сон, соответственно, с его обыкновенными занятиями или заботами. Читатель увидит скоро, почему я подчеркнул глаголы, стоящие в прошедшем времени. Приснилось. Видел. Здесь следовало бы употребить будущее. Но привожу пример еще более поразительный, отличающийся большими подробностями. Я беру его из замечательной книги «Море»,
сон и сновидение. Что касается быстроты сновидений, то особенно убедителен следующий факт, доказывающий, что достаточно одного мгновения для очень длинного сновидения. Мне не здоровилось, я лежал в своей комнате, моя мать сидела у моего изголовья. Мне снится террор, я присутствую при сценах убийств, являюсь предреволюционным судилищем, вижу Робеспьера, Марата, Фукье, Тенвиля, всех страшных людей этого страшного времени. Говорю с ними, наконец, после многих происшествий, которые я припоминаю слабо, меня судят, осуждают на казнь и везут в тележке на площадь революции посреди громадной толпы народа. Я схожу на эшафот, палач привязывает меня к роковой доске, опускает ее, секира падает, и я чувствую, как моя голова отделяется от туловища. Просыпаясь в смертельном томлении, я чувствую себя на шее стрелку, которая поддерживает обыкновенно полог над моей кроватью. Внезапно оторвавшись, она упала мне на шейные позвонки, как секира гильотины. Это случилось в то самое мгновение, когда я проснулся, как подтвердила мне и моя мать. А между тем, это-то внешнее ощущение послужило исходной точкой для сна, заключавшего в себе столько последовательных происшествий. В то мгновение, как стрелка ударила меня, напоминая о страшном орудии казни и так живо представляя его действия, она пробудила все картины этого времени, символом которого была гильотина. Странно было бы объяснять это чудесное совпадение удара в шею, оборвавшейся стрелки полога, с казнью, составляющей заключение сновидения, случайностью, к которой так часто прибегают многие философы, когда требуется объяснить что-нибудь такое, что не входит в их системы. Очевидно, что падение на шею стрелки послужило причиной сновидения, которое составляет моментальное следствие его, как ни казалось оно продолжительным. Для всякого, кто умеет наблюдать, это представляется несомненным. Взятое в своей целости, это явление доказывает нам, что мы имеем непреодолимую потребность даже во сне отыскивать всему причину, хотя бы и нелепую. Действительно, сновидение в приведенном мною случае составляет не что иное, как объяснение, иногда очень странное, тех ощущений, которые прервали внезапно сон. Но из этого явления вытекают и другие следствия, может быть, еще более важные. В первом из приведенных мною примеров сновидение, хотя и очень короткое, имело, однако же, некоторую продолжительность, так что все испытанные впечатления можно было бы еще вместе с морем объяснить простым ускорением мышления. Во втором примере мы видим больше, чем краткость, мы видим моментальность, и приходим невольно к совершенно иному заключению. Воображение представляет нам в одно мгновение очень сложный последовательный ряд картин. С этой сменой картин, не имеющей никакой продолжительности, мы связываем идеи некоторой продолжительности. Как бы ни были ложные и обманчивые эти картины, во всяком случае это явление, взятое в целом, исключает уже в силу одного своего определения всякую мысль об органическом явлении, заставляет предполагать, что мы имеем дело с явлением психическим, моментальность в последовательном ряде картин, впечатление продолжительности от того, где ее нет. Вот два положения, совершенно несогласимые с явлением, зависящим от органа, и, следовательно, от движения материальных атомов, вызываемых силою. Противоположность большинству физиологов, мы приходим таким образом к заключению, что сновидение есть явление чисто психическое, хотя оно и вызывается, очевидно, физиологическими условиями. Боль, какое-нибудь местное стеснение, болезненное или приятное состояние вообще определяют сновидение. Лишенные всех своих средств деятельности, вследствие бездействия, большей части чувств во время сна, анемическое существо
ошибаются относительно причины приятных и неприятных впечатлений и придумывают сцены то совершенно новое, то срисовывая с бывших в действительности. Оно создает образы фантазии, судит, размышляет, припоминает, большей частью ошибочно, правда, потому что лишено необходимых для всех этих операций органических орудий. Но этот характер нелепого, странного, смешного, лживого не только не служит к опровержению нашего заключения, но подтверждает его. Сновидение, анимический элемент, действует все время и пространство, вне времени и пространства. Он проявляет свои трансцендентные свойства, потому что представляет себе как одновременное то, что совершенно противоположно одновременности, и связывает вытекающие из опыта понятия продолжительности с тем, что ее не имеет. Явление сновидения, анализированное надлежащим образом, доказывает нам еще раз, что в этой жизни душа не может правильно действовать без своих органических орудий. Но вместе с тем доказывает также еще раз, что не эти орудия мыслят. Известная локализация способностей в организме не только не составляет возражений против неделимости и единства жизненного начала, мыслящей души, и ее трансцендентной природы, но, напротив, возможно, ясно и сильно показывает это. Мы проследим теперь этот характер единства и индивидуальности анимического начала и найдем его в том же виде на низших ступенях лестницы организмов, как мы нашли его на ее вершине. Врожденно ли нам наше обыкновенное понятие о времени или возникает из опыта, во всяком случае, как мы сказали, оно есть факт психический. Но это отнюдь не мешает нам допустить, что оно относится к разряду тех функций, которые исполняются живым существом с помощью его органического орудия, и что если бы это существо имело иное орудие, то и это понятие было бы другим. Истина в этом случае может быть очевидна только относительной. Мы видели, что анимический элемент может в известных условиях, благодаря своей трансцендентной деятельности, связывать идею продолжительности с тем, что ее совсем не имеет. Мы можем, следовательно, допустить, нисколько не погрешая против здравого смысла, что и обратно, в условиях отличных от тех, в каких мы находимся в этой жизни, мы будем способны освобождать от идеи продолжительности то, что неразрывно связано с нею для нас теперь, что мы будем способны видеть в настоящем то, что, чего не можем освободить теперь от идеи последовательности. Нужно ли говорить об огромном значении этого вполне законного вывода? Самое сильное, по-видимому, возражение, приводимое материализмом против идеи о творении, то есть против идеи о начале бытия веществ, состоит в том, что Творец должен был бы находиться в покое целую вечность до создания Вселенной. Это возражение основывается исключительно на нашем нормальном понятии о времени. Вся его сила зависит от того характера абсолютности и неизменности, какой мы приписываем этому понятию. Но вот мы приходим теперь к признанию, что принятие времени не имеет этого характера абсолютности. Что даже здесь, в этой жизни, нам случается воспринимать последовательность явлений совсем иначе, чем мы обыкновенно ее воспринимаем. Что с другим орудием мы видели бы в этой последовательности нечто совершенно другое, чем теперь. Что мы были бы способны сознавать в течение одного мгновения то, что неотделимо теперь для нас от ощущения продолжительности. Следовательно, для нас возражение материализма теряет уже все свое значение. Тем более оно не может иметь никакого существенного значения по отношению к существу, которое стоит по своей природе вне времени и может сознавать, следовательно, все в настоящем. Глава 10. Двойничество. С
Случай жизни императрицы Екатерины II. В 1828 году герцог де Дудевиль, один из самых приближенных людей к Людовику XVIII, издал в Париже мемуары де Луиз XVIII в 12 томах. Записки составлены в виде автобиографии несчастного короля, и рассказ в них ведется везде от его имени. Императрица Екатерина II скончалась, как известно, скоропостижно от апоплексии утром 5 ноября 1796 года. Смерть ее застала Людовика XVIII в Блакенбурге, небольшом городке герцогства Брауншвейгского. Людовик XVIII был очень привязан к русской императрице. В мемуарах находится, между прочим, следующий рассказ. За два дня до смерти, следовательно, 2 ноября 1796 года, фрейлины, дежурившие у дверей спальни Ее Величества, увидели, что государыня в ночном костюме и со свечой в руках выходит из своей спальни и идет по направлению к тронной зале и входит туда. Сперва они были очень удивлены таким странным и поздним выходом, а вскоре начали тревожиться ее продолжительным отсутствием. Каково же было их изумление, когда они услыхали из спальни государыни звонок, которым обыкновенно призывалась дежурная прислуга. Бросившись в спальню, они увидели государыню, лежавшую на кровати. Екатерина спросила с неудовольствием, кто это ей мешает спать. Фрейлины замялись, боясь сказать ей правду, но императрица быстро заметила их смущение и в конце концов заставила таки рассказать себе подробно все происшествие. Живо заинтересованная рассказом, она приказала подать себе одежду и в сопровождении своих фрейлин отправилась в тронный зал. Дверь была отворена, и странное зрелище представилось глазам всех присутствующих. Громадная зала была освещена каким-то зеленоватым светом. На троне сидел призрак, другая Екатерина. Императрица вскрикнула и упала без чувств. С этой минуты здоровье ее расстроилось, и два дня спустя апоплексический удар прекратил ее жизнь. Описанное событие имело стольких свидетелей, что было невозможно скрыть его, и я был одним из первых, кто узнал об нем. Из воспоминаний графини Блудовой А.Д. Один из родственников деда моего, князя Андрея Николаевича Щербатова, никак не могу вспомнить его имени, рассказывал, как очевидец об известном неразгаданном явлении перед смертью Анны Иоанновны. Вот как рассказывал мой дед. Его товарищ был дежурный со взводом солдат в карауле вечером за несколько дней до смерти Анны Иоанновны. Это было во дворце на Фонтанке у Анечкина моста, в том самом доме, где теперь Троицкое подворье, в покоях митрополита московского. Караул стоял в комнате подле тронной залы, часовой был у открытых дверей. Императрица уже удалилась во внутренние покои, говоря словами гоффурьерских записок. Все стихло. Было уже за полночь, и офицер уселся, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой зовет на караул, солдаты вскочили на ноги, офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Он видит, что императрица Анна Иоанновна ходит по тронной зале взад и вперед, склоня задумчиво голову, закинув назад руки, не обращая внимания ни на кого. Часовой стоит как вкопанный, рука на прикладе, весь взвод стоит в ожидании, но что-то необычайное в лице императрицы и эта странность ночной прогулки по тронной зале начинает их всех смущать. Офицер видит, что она решительно не собирается идти дальше зала, и, не смея слишком приблизиться к дверям, решается, наконец, пройти другим ходом в дежурную, женскую, и спросить, не знает ли намерения императрицы. Тут он встречает Бирона и рапортует ему, что случилось. «Не может быть, — говорит герцог, — я сейчас от императрицы, она ушла в спальню ложиться. Взгляните сами, она в тронной зале. Бирон идет и тоже видит ее. Это какая-нибудь интрига, обман». «Какой-нибудь заговор, чтобы подействовать на солдат!» — вскричал он.
кинулся к императрице и уговорил ее выйти, чтобы в глазах караула изобличить какую-то самозванку, какую-то женщину, пользующуюся некоторым сходством с нею, чтобы морочить людей, вероятно, с дурным намерением. Императрица решилась выйти, как была в пудермантеле. Берон пошел с нею. Они увидали женщину, поразительно похожую на нее, которая немало не смутилась. «Дерзко!» — вскричал Берон и вызвал весь караул. Молодой офицер, товарищ моего деда, своими глазами увидел две Анны Иоанновны, из которых настоящую живую можно было отличить от другой только по наряду и потому, что она взошла с Бероном из другой двери. Императрица, постояв минуту в удивлении, выступила вперед, пошла к этой женщине и спросила: «Кто ты, зачем ты пришла?» Не отвечая ни слова, та стала пятиться, не сводя глаз с императрицы, отступая в направлении к трону. И, наконец, все-таки лицом к императрице стала подниматься, пятившись на ступеньки под балдахином. «Это дерзкая обманщица! Вот императрица! Она приказывает вам! Стреляйте в эту женщину!» — сказал Берон взводу. Изумленный, растерявшийся офицер скомандовал солдат и прицелился. Женщина, стоявшая на ступенях у самого трона, обратила глаза еще раз на императрицу и исчезла. Анна Иоанновна повернулась к Берону и сказала: «Это моя смерть». Затем поклонилась остолбеневшим солдатам и ушла к себе. Это один из самых достоверных рассказов о привидении. Очень мне досадно, что я забыл имя офицера, который был очень близок к деду и сам передавал ему все подробности недолго после этого неразгаданного случая. Через несколько дней или часов Анна Иоанновна скончалась. Я тоже не запомню срока. Внетелесное действие живого человека, выражающееся в появлении его образа. Появление двойника Эмилии Саже. На многочисленные факты, наблюдавшиеся во все времена и известные под названием «появление двойников», наука никогда не смотрела иначе, как на чисто субъективные галлюцинации. Но благодаря трудам Лондонского общества психических исследований, воздвигшего себе вековечный памятник в капитальном труде своем о прижизненных призраках, это дешевое объяснение не может долей удержаться. Сотни фактов, собранных обществом и проверенных со всевозможным тщанием фактов, современных, полученных от самых очевидцев, доказывают неоспоримо солидарность, существующую между явлением двойника и лицом живым, им изображаемым. Так что, если это и есть галлюцинация, то, во всяком случае, галлюцинация правдивая, то есть соответствующее психическому действию, совершавшемуся где-то вдали от того, кто видел явление. Самый драгоценный, самый поучительный факт этого рода – это, разумеется, факт обычного раздвоения Эмилии Саже, наблюдавшийся в течение нескольких месяцев с целым пансионом молодых девиц, и в то время, когда сама Эмилия была у них на глазах. Мы обязаны этим фактом Дель Оуану, получившему его из первых рук от одной из пансионерок, баронессы Юлии фон Гильденштуб. Он поместил о них краткую заметку в своем сочинении, которую Пертини применил цитировать в своей брошюре. В 1845 году в Лифляндии, в 36 милях от Риги, и полутора мили от маленького городка Вольмара, существовало, да существует и теперь еще, воспитательное заведение для благородных девиц под именем пансиона Пейвельке, пользовавшегося самой лучшей репутацией. Директором его был тогда некто Бух. В этом году в пансионе было 42 воспитанницы, большей частью из лучших дворянских фамилий Лифляндии, и между ними 13-летняя дочь барона фон Гильденштуба, Юлия. В то же время в пансионе была классная дама, девица Эмилия Саже, француженка из Дижона.
Блондинка северного типа с прекрасным цветом лица, светло-голубыми глазами и густыми светло-русыми волосами. Худая и стройная, несколько выше среднего роста, она была покойного, ровного характера, отчасти робкая и нервная по темпераменту. Здоровье у нее вообще было хорошее. В полуторагодовое пребывание свое в пансионе она хворала все только два раза, и то несерьезно. Пансионское начальство во все время ее пребывания в заведении было вполне довольно ею, как умной и образованной девушкой, ревностно исполнявшей свои обязанности. В то время ей было 32 года от роду. Несколько недель спустя по приезду Эмилии Саже странные слухи начали распространяться между воспитанницами. Когда случалось кому-либо, отыскивая ее, спрашивать, не знает ли кто, где она, некоторые девицы отвечали, что видели ее в такой-то комнате, на что кто-нибудь другой возражал, что этого быть не может, что ее сейчас встретили на лестнице или в таком-то отдаленном коридоре. Вначале, естественно, предполагали тут какую-либо ошибку, но так как это стало повторяться чаще и чаще, то пансионерки стали толковать между собой, что это очень странно, и обратились своим недоумением к другой воспитательнице, которая, быть может, действительно, не зная, как объяснить это, ответила им, что все это вздор и фантазия, и посоветовала не обращать на эти глупые толки внимания. Но вскоре стали происходить вещи гораздо более странные, никак уже необъяснимые фантазией или ошибкой. Однажды Эмилия, давая урок в классе 13-леток, которому принадлежала и баронесса Гильденштуба, что-то объясняя, писала на большой деревянной доске мелом, а ученицы внимательно следили за нею. И вдруг к великому своему ужасу увидали двух Эмилий Саже, стоящих одна возле другой. Из них одна с мелом в руке действительно писала, а другая только подражала ее движениям. Случай этот взволновал все заведение. Было несомненно дознано, что каждая из бывших в классе учениц видела вторую фигуру и описывала ее движение совершенно та же, как и все остальные. Вскоре после того одна из воспитанниц, Антонина Врангель, получив позволение отправиться вместе с несколькими подругами на сельский праздник по соседству, доканчивала свой туалет, а Эмилия, всегда добрая и услужливая, помогала ей застегнуть назади платье. Обернувшись, Антонина случайно взглянула в зеркало и увидела там двух Саже, застегивающих ее платье. От неожиданности девочка упала в обморок. Прошло несколько месяцев, а странные явления не прекращались. Иногда во время обеда двойник показывался стоящим за стулом своего оригинала, повторяя все его движения, только не имея ни ножа, ни вилки в руках. Раздваивалась одна фигура, видели ее как все сидевшие за столом, так и прислуга. Однако двойник не всегда повторял движения своего оригинала. Бывало и так, что Эмилия вставала со стула, а призрак показывался сидящим на ее месте. Однажды Эмилия лежала с головной болью в постели, а Антонина Врангель, сидя возле, читала ей вслух и заметила, что больная вдруг сильно побледнела, осунулась, точно собиралась лишиться чувств. Испуганная девочка спросила, не хуже ли ей, но воспитательница ответила слабым, едва слышным голосом, что она чувствует себя все так же. Несколько секунд спустя Антонина, взглянув вокруг себя, увидала фигуру Эмилии, ходившую взад и вперед по комнате. На этот раз девочка настолько овладела собой, что ничем не выдала своего испуга и даже не сказала больной ни одно слово о виденном, а вскоре сошли вниз, где обратила на себя общее внимание подруг своим побледневшим личиком, и тут только все им рассказала. Самый же замечательный случай вполне самостоятельного действия обеих фигур происходил следующим образом. Однажды все воспитанницы в числе 42 были собраны в одной комнате за классом рукоделия. Сидели они в большой зале первого этажа с четырьмя огромными окнами, или скорее зеркальными дверями, выходившими в довольно обширный сад.
Посреди комнаты стоял длинный стол, около которого сидели пансионерки всех классов, занятые различными работами. И с этого места отлично могли видеть все, что происходит в саду. В этот раз многие из них отчетливо видели в окна, как Эмилия Саже, стоя около цветочной клумбы поблизости от дома, окапывала небольшой лопатой цветы, для которых она была большая охотница. В конце стола на хозяйском месте в большом кожаном кресле сидела другая классная дама, наблюдавшая за воспитанницами. Вскоре она встала и вышла из комнаты, оставив кресло незанятым, но ненадолго. Вдруг на нем появилась фигура Саже. Пансионерки посмотрели в сад и увидали там Эмилию около той же клумбы, продолжающую работать лопатой, но вместе с тем заметили, что она двигалась медленно, точно сонная или больная. Опять посмотрели они в кресло, увидели ее неподвижно в нем сидевшую, но на вид настолько реальную, что не будь она в то же время у них на глазах в саду, и не появись она в кресле вдруг, не пройдя предварительно через комнату, они были бы убеждены, что это действительно она сама. Теперь же, будучи уверены, что это не она, и несколько привыкшие уже к странному явлению, две самые храбрые между пансионерками решились подойти и дотронуться до фигуры, и тут же заявили, что ощущает некоторое сопротивление, как бы от прикосновения к кисее или к крепу. Затем одна из двух, проходя совсем близко к креслу, задела фигуру, то есть прошла сквозь некоторую ее часть. Но видение не исчезло, продолжало еще сидеть на том же месте и, наконец, постепенно как бы испарилось. Тогда молодые девушки заметили, что по исчезновении его к Саже вернулась ее обычная живость и энергия. Все 42 пансионерки видели ту же фигуру и совершенно одинаким образом. Впоследствии некоторые из них спросили Эмилию, не ощущала ли она в то время чего-либо особенного. Она ответила, что помнит лишь одно, как увидав, что воспитательница вышла, она подумала, что лучше было бы той не уходить. Девочки, наверное, перестанут работать в ее отсутствии, еще наделают каких-нибудь шалостей. Эти странные явления продолжались с различными изменениями во все время пребывания Эмилии Саже в Нейвильке, то есть около полутора года, с перерывами на неделю, иногда и на несколько недель. Происходили они чаще всего в то время, когда она была чем-нибудь особенно занята, на чем-нибудь сосредоточена. Было вообще замечено, что чем живее материальнее являлся двойник, тем слабее и неподвижнее становилось живое лицо. А по мере постепенного исчезновения двойника к Эмилии возвращались ее нормальные силы. По собственному опыту она не имела никакого понятия о своем двойнике, услыхала о нем в первый раз от других, а теперь догадывалась о его появлении по взглядам присутствующих. Сама она никогда не видела его и сознательно не ощущала овладевающие ей слабости при его появлении. В те 18 месяцев, когда баронесса Юлия Гильденштубе, сообщившая мне этот случай со всеми его подробностями, имела возможность лично наблюдать явление, она никогда не видала, не слыхала от других, чтобы оно происходило на большом расстоянии от своего оригинала, например, на расстоянии нескольких миль. Иногда двойник являлся на некотором отдалении во время их прогулок, но большей частью только внутри дома. Вся прислуга, без исключения, видела его, стало быть, явление было доступно всем при нем присутствующим. Понятно, что такое странное явление, продолжавшееся целые 18 месяцев, не могло не вредить заведению. Узнав об этом странном факте и убедившись, что это не басня и не фантазия, и что от этого терпит здоровье воспитанниц со слабыми нервами, большинство родителей сошло необходимым взять из пансиона своих дочерей. После вакации многие из них не вернулись. И когда наконец из 42 воспитанниц осталось всего 12, как не тяжело было пансионскому начальству расстаться с личностью вполне невинную, а только несчастную, всегда заслуживавшей полного уважения и доверия.
Оно увидало себя, однако, в необходимости отказать Эмилии Саже от места. Бедная девушка была в отчаянии. В 19-й раз воскликнула она в присутствии Юлии фон Гильденштуба, вскоре после полученного ей отказа. «Это слишком тяжело». И когда у нее спросили, что означают эти слова, она неохотно объяснила, что ранее пансиона на Ивельке она перебывала в 18 школах, начав свое воспитательное поприще с 16 лет, и отовсюду ее прогоняла ее несчастная способность, хотя во всем прочем ею всегда бывали довольны и давали ей наилучшие аттестаты. И все-таки ей приходилось вскоре искать себе новое место, как можно дальше от прежнего. Оставив на Ивельке, она некоторое время прожила по соседству вместе со своей невесткой, у которой были маленькие дети. И там преследовало ее то же явление. Баронесса Юлия, ездившая повидаться с ней, узнала, что 3- и 4-летние дети все знали о двойнике и рассказывали, что видели двух тетей Эмилий. Впоследствии Эмилия Саже уехала вовнутрь России, и баронесса Гильденштуба потеряла ее из виду. Я получил все эти подробности от самой баронессы Гильденштуба, любезно давшей мне позволение публиковать их с обозначением имен, места и времени. Она осталась на Ивельке пансионеркой все время, покуда Эмилия Саже исполняла там обязанности классной дамы.